Днестровские зори из коронацентра в оздоровительный комплекс. Это решение оперштаба при президенте. Сейчас ковид-ситуация в стране стабилизируется. Пациентов стало меньше. Госпиталь в Зорях развернули в конце октября прошлого года. За это время вылечили 1166 человек. У нас на территории два спальных корпуса. Это Лесные тропы и Дружба. В основном преимущество двухместные номера. Ну, конечно же, есть и четырехместные номера, и трехместные есть номера. Вот было довольно-таки прилично таких моментов, что приезжали с семьями. Это очень довольно, когда вот четырехместные номера для семьи. А еще телевидение, интернет, свежий лесной воздух и трехразовое питание. Максимальный пик загруженности был в декабре, до 140 больных в сутки. И здоровая, иду домой. Здесь очень хорошее руководство, врачи хорошие, медсестры. Благодарность им за все. Попала сюда с пневмонией, и плюс оказалось еще коронавирус. И я была в таком страшном состоянии, врачи мне говорили так: успокойтесь, все будет хорошо, мы поднимем вас на ноги. И понимаете, как действительно подняли. Я благодарна им за отзывчивость, заботу, профессионализм. 1 февраля комплекс закроют на дезинфекцию, а 1 марта здесь стартует новый оздоровительный сезон.